Всем здравствуйте! Добро пожаловать на мой канал Галия Снейлс. У меня сегодня на обзоре 15 посылочек с сайта AliExpress. Все по очень вкусным ценам. Конечно же, сейчас цены поменялись. Ну ладно, поехали! Первая посылочка, достаточно увесистая, пришла очень быстро. Так. Так как посылка шла с Испании, и это мне пришел вот такой вот умный таймер подачи воды. Это для огорода, как вы видите, для сада. Огород, сад контролируется телефоном. Вот я предыдущий сказала, что достаточно увесистый, да? Инструкция на английском языке. Вот такой вот таймер. С фильтром. Раскрутим, посмотрим. Оно не раскручивается. Я не знаю. Должно раскручиваться, а может и нет. Здесь должны батарейки. Во, идет на батарейках. Вот, две батарейки. Ух ты. У меня огорода нету, ни сада нету, так как я живу в квартире. Ну да ладно, интересная штука. Спасибо там, кто мне помог ее выиграть, да. Поехали дальше. Так, следующая посылка. Это, как всегда, лампочка, USB-шка. Классные лампочки, их у меня уже достаточно много, но, тем не менее, пойдут на подарочки, да? Незаменимые, интересные, хорошие. Выиграла за центик. Так, это я заказала, так как была большая скидка, мне кажется, за евро. Я где-то евро с чем-то, кажется, такое. Ну, конечно, коробочка в ужасном состоянии. Я надеюсь, что внутри все нормально. Это для туалета подсветочка. Мне очень нравится, они работают как будто бы как ночнички. И еще хочу сказать, у меня есть группа в телеграм-канале. Заходите, подписывайтесь на группу, там много скидочек. И это одна из них. Вот, поэтому там типа, ну, я выставляю, стараюсь выставлять, ищу и скидочки, стараюсь выставлять туда все очень-очень вкусные цены. Поэтому вот это одна из них, вот таких вот посылочек. Тоже пришла достаточно быстро. Сюда вставляются батарейки. Конечно, сейчас по-новому есть они подороже. Я видела за 7 евро, так они там уже на аккумуляторах, что просто подзаряжать надо. Ну, а это на батарейках. Мне нравится, я еще раз повторюсь, особенно мне кажется, что у кого есть дети, оно просто супер, потому что, ну вот не надо свет включать, ничего, оно себе легенько там подсвечивается. Шикарная штука, класс. Уже пользуюсь очень давно, да, и мне очень сильно нравится. Так, следующая посылочка. Тоже с группы, было тоже отличная, классная цена, и я приобрела светильничек, 60 центов, кажется, стоил этот светильничек, он на подзарядочке, вот идут магнитики, также двухсторонний скотч, извините, тут магнитик прям сильно. Я не знаю, ли это клеится сюда, а это уже на потолок или куда там. Это особенно я взяла, знаете, для чего? Для шкафа. Чтобы шкаф открыли, и там засветилась лампочка.
Его можно как на двери поставить, знаете, потому что у меня есть и шкаф вот такой вот, а есть вот этот вот бегунок такой. Так. О. Светит отлично. Кстати, тут, кажется, говорит, что оно еще интенсивность можно выбирать. Долгим нажатием как-то там. Во, видите? Ну, прекрасная. Тем более, знаете, с этим датчиком движения. Отлично, мне кажется. Ой, что-то я не могу выключить. Ладно, уже не выключается. Короче, вот здесь вот есть датчик движения. И отлично, открыли шкаф, и оно себе засветилось. И, как правило, еще вот такие лампочки ставят внизу, возле кровати, да, вот когда вы хотите в туалет, например, вечер, ну, ночью, да, чтобы тоже не включать главный свет, а оно там легенько и вам подсвечивает. Отлично, я очень довольна. Кстати, зарядочка Type-C и USB-шка. Маленький вот такой вот зарядничек. Прекрасно, прекрасно. Так что подписывайтесь на группу, чтобы не пропускать отличные предложения. Так, ну это тоже выигранный за центик и Али монетки. Это такой вот пробничек маски для волос. 8 грамм. Пробничек, как пробничек, но говорилось, что типа пробничек, вот волосы прям шелковистые, блестящие, супер-пупер волосы. Я еще не пробовала, попробуем, узнаем. Так. Наклеечки для ноготочков. Сердечки поздно пришли. Валентин уже прошел, а сердечки вот только пришли. Ну да ладно, на следующий год будет. Ну что, красивые, золотые, как вы видите, наклеечки. Классно. Приставили, посмотрели, как оно будет смотреться на ноготочке. Отлично, выиграла за цент и Али монеточки. Прекрасно. Так. Думала, все, но нет, тут еще что-то есть. Так. А это, мне кажется, что это вот такие вот штуки. Как бы раньше писала, что это... Кажется, я уже, может, и перепутала, что это для автомобиля, чтобы не хлопать сильно дверьми. Это алюминиевый такой вот. Резиновые, видите, резина разная. Резиночки такие разные. Одна потолще, другая поменьше. Это, наверное, сюда одевается. Во. Кажется, да, кажется, это для дверей. Но если нет, я, конечно же, напишу, что нет. Ну, интересные штуки за цент, поэтому не смотрела прям, что именно брала, потому что сейчас центовики, ну, прям слишком тяжело выиграть, так что поэтому уже смотришь, что есть, тыкаешь все, что возможно, а потом уже, когда приходит, вот как вы видите, уже не знаю, что да куда. Так, это мне помогла Тая. Спасибо, Тая, огромная. Это большая рубаха. Ух ты. Тоже она за цент. Ничегошеньки. Это вот такие вот побрякушки на рубашку. Можно и с ними, можно и без них. Интересно. Застежечки такие, как будто бы прям, не знаю, шлеечки такие, да? И сама рубаха, ничегошеньки, она какая-то длинная или она такая большая? Не, материал шикарный, материал плотный, хороший такой, классный. Это не хэбэшка, чуть-чуть как бы, как, ну,
ХБшка, да, но что-то с примесью, знаете. И вот такая вот рубаха идет. Два кармана, белые пуговицы, два больших кармашка. Также плечики вот такие вот. А где размерчик? Ну-ка. Конечно, я хотела белую. Я спросила продавца, может, ты мне белую выслать? А он там что-то замялся. И в итоге выслал, а потом типа прочитал мой коммент. И говорит, нет, извини, друг, я уже выслал. Ну да ладно. А, прекрасный. Ну, материал вообще плотный, хороший, шикарный. Не знаю, какой размер, конечно, как вы видите, я искала, не могла найти. С длинным рукавом. Прекрасно. А эти вот шлейчки, ну, там на фото продавца, да, так как-то, ну, мне не очень сильно понравилось. И слава богу, что они не пришиты. Так что эти шлейчки можно вообще носить как-то по-другому. Уже другой стиль, да? Где-то там что-то там по-другому, да. А можно и надеть вместе, ну, это как кому. Ну, интересно, кстати, шлейка вот такая вот. Они, а, одинаково заканчиваются. Что начинается, что заканчивается одинаково. А то я думала, там какое-то кольцо. А, вот же кольцо. Вот кольцо. Прекрасно. Чем-то похоже, знаете, на типсы, да? Вот это вот колечко, что типсы туда нацепляются. Ой, не, ну... Ну, открывается, да нет. Прекрасно, спасибо, Тая. Отличный, отличный такой вообще... Подарок, можно сказать, потому что за цен вообще шикарно. Итак, следующая посылка. Это лента. Кажись, двухсторонняя. Ой. Не. Односторонняя липкая лента. Все. Но она какая-то там особенная. Я не помню, или она там большие температуры переносит, или что. Я не знаю, не помню. Все так липнет прям. Капец. И еще какие-то липухи. Двухсторонние. Кстати, а там ничего больше нету? Не-а. Пустой пакет, думаю, мало ли, может, еще к чему-то она шла. Ну, я же повторюсь, если за цент берешь, там не разбираешься, что тхапаешь. Так что, потому что сейчас товары исчезают прям с бешеной скоростью. Следующая посылка. Так, это наклеечки. Наклеечки тоже по большой скидочке. Вот такие вот красавицы. Отлично. Это водные наклейки, потому что вот эти вот так, это нормальные, обычные наклейки, а сюда уже нужна вода. Ну что, прекрасные такие летние, хорошие, буйство красок, линии незамысловатые, ну что, прекрасно, отлично. Если впадло рисовать, наклеили наклеечку и все, и побежали. Почему бы и нет, да? Так, следующая посылка. Кстати, очень ждала эту посылку. Так, потому что эта посылка по большой скидке самого продавца. Продавец раздает купоны очень часто. Пишите ему, он может вам дать купон. Хотя уже не знаю, или раздает. Это раньше был такой бум. Это ветровочка, размер элечка. Кстати, маломерки, да. Смотрите, какая красивая. Такая еще здесь такой принт какой-то есть. Не знаю, не сильно заметно, конечно, но он есть. Это ветровочка элечка. И мне кажется, она на меня маленькая. Хотя, может и нет. Прекрасная, легенькая, мягенькая, воздушная прям вся. Отлично.
Торчат, конечно же, ниточки, но это не беда. Оно все обрезается. С кармашками ветровочка. Прекрасно. Вот где-то в поход или на велосипеде вообще супер-пупер. Плюс еще писала, что она не промокайка. Отлично. Змеечка работает. Мне кажется, купон около 10 евро был. И там буквально за копейки я ее взяла. Отлично. Вообще, вот сейчас одела, и прям чувствуется там прям уже тепло. Я надеюсь, парникового эффекта не будет. Не, ну она реально классная. Мигусенькая такая, воздушная, шикарная. Да, спасибо продавцу тоже за отличный товарчик. Шикарная, классная. Так, следующая посылочка. У меня сегодня одежды так много, не? Итак, это у меня футболка. Смотрите, какая бархатная. Бархатная, велюровая, как она там говорится, я не знаю, не помню. Темно-зеленая красавица. Просила продавца поменять цвет. Потому что мне что-то так... Темно-зеленые не очень. Смотрится, конечно, шикарно. Вот вам сейчас там, мне кажется, оно как-то даже не такое зеленое, как оно есть на самом деле. Она такая зелено-желтая, да? А у вас она зелененькая. Ну, футболочка интересная, прекрасная. Кстати, а размер? Размерчик. Эмочка. Медиум. Ну что, прекрасная. Толстенькая, знаете, не тонкая, а такая хорошая, добротная футболка, конечно. Конечно, нам здесь, в Испании, на лето, так она очень жаркая. Ну, а сейчас на погоду, так мне кажется, вообще супер. Потому что у нас здесь 25 градусов на данный момент. Да, прекрасная футболка, мне нравится. Хоть писала, что это мужская футболка, но у меня муж точно такую не наденет, а надену ее я. Прекрасно. Следующая посылочка. Так, что это? Так, замотана, запечатана. Пупырки. А это серьги. Это серьги мне пришли. Классно. Тая, опять-таки тебе огромное спасибо. Опять Таечка в тренде. Она мне вот сделала вот такой вот подарочек. Прекрасные, просто шикарные серьги. Мне нравятся. Я, честно говоря... Очень долго заглядывалась на вот это вот, именно вот такие вот бижутерию с такой вот инкрустацией. Говорят, что оно неубиваемо, и прям этот клей вот этот вот беленький, да, оно так сильно держит эти камушки, что может быть вот не камушек отпасть, а вот именно он поломается быстрее, чем он оттуда слетит. Ну что, серьги, вот висюльки просто шикарные. Мне сильно нравятся. Они гвоздиком, видите, вот такие вот. Класс. Красивые, блестят просто очаровательно. Красотища. Супер. Просто прелесть. Отлично. Мне сильно нравится. Прям пищу от радости. Итак, наконец-то пришла еще одна моя худи. Эмочка.
И здесь, как вы видите, еще подарочек резиночка. Отлично, продавец постоянно высылает с подарочком. Хоть сам товар за цен. Да, как ни странно, да? Так, резиночка в подарок, спасибо огромное. И пришла худи, Эмочка. Итак, это худи, она тепленькая. Вот такой вот материальчик. Достаточно теплая, хорошая. Мне нравится. Шнурочки беленькие. Здесь троечка написана. У меня она в предыдущей распаковке точно такая же была. Ну что, хорошая. Манжетики. С другого материала. Хорошенький, резиночка. Также, ой, также низ. Нормально все прошито, без нареканий. Смотрите, шовчики сходятся. Не скосили. Здесь под мышками тоже шовчики сходятся. Единственное, да, что непонятно как-то с размером и с самим вот именно материалом, потому что раньше у меня эмочка приходила так тоненько, а это вот пишет на упаковке эмочка, и она толстенькая. Да. Но, как говорится, дареному коню никуда не заглядываем, потому что реально вот товар за цент, и спасибо, конечно, огромное, что он еще их отсылает. Но уже, кажется, эпопея с этими худи закончилась, хотя он как-то так то заканчивает, то опять раздает. Ну, надеюсь все-таки, что будут еще худи. Но, тем не менее, мне уже хватает, потому что мне уже их много. Даже считать не буду. Так, следующая посылка. Это посылка с Турции. Да, я, честно говоря, не знала, что оно еще... Ну, что-то как-то новый магазин открылся, и все шлют. Ну, как шлют? По отличным ценам. И я думаю, дай-ка я закажу. Думаю, пришлют, не пришлют, потому что сейчас у нас проблема с таможней. Очень часто посылки задерживают на таможне и сильно проверяют. Что у меня было с предыдущим худи, кто смотрел предыдущую распаковку, там моя посылка стояла, я не знаю сколько, блин, достаточно долгое время и куча вопросов по цене, потому что так как футболка, так как худи была за цент, и очень много было вопросов. Ну что, это платьице. Шикарное платьице должно быть. Я надеюсь, что оно таково. Ну, уже видно материал. Ух ты! Прелесть, прелесть, материал шикарный. Класс! Класс, 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 класс. Так, отставляем ножницы и рассматриваем. Так. И рассматриваем наши платьица. Так, размерчик. Так, здесь еще этикеточка. Трендиол, да, вот магазин так называется, Трендиол. Кажется. 34-й размер платьица. Это для дочери брала. Итак, идет оно с одним рукавчиком. Здесь идет еще, смотрите, плечико пришито. Платьице идет вот так вот. Без одного рукавчика. Здесь вот на талии идет вот так вот сборочка. Не на резиночке, потому что это только вперед вот такой вот. Потом оно длинненькое и также идет еще и распореха. Блин, нереально, оно классное, отличное качество, отлично прошито все. И прям чувствуется материал, ну, добротный. Отлично, я довольна. Я не знаю, или вам идут с Турции или нет, пишите комментарии, потому что, ну, реально классно. Сейчас, тем более, там очень много товаров. Я, если что, ссылочку, конечно же, оставлю внизу под видео. И также подписывайтесь на группу мою в Телеграме, там тоже много чего интересного. Платье шикарное. Конечно же, фоточки я здесь вот поставлю в куточке, чтобы вы посмотрели, потому что оно соответствует. Вот знаете, как часто бывает, что
Китайские фотографии, они очень часто не соответствуют действительности. А вот это платьице вот реально соответствует. Я в легком шоке, как говорится, потому что не ожидала вот такое качество. И платьице до 3 евро. Это вообще, или 3 евро, что там такое. Но вообще копейки. И такое реально классное качество. Отлично, просто шикарно. Я очень довольна, да. Прям сегодня столько одежды, что на мой стол не помещается. Ну что, спасибо всем огромное, кто досмотрел это видео до конца. Если вы новый зритель, не забывайте подписываться на канал, потому что впереди много интересных товаров. Всем спасибо, до новых встреч, здоровья вам и вашим близким. Не забывайте также подписываться на мою группу в телеграм-канале. Удачи!